Третий сезон позади, мы стремимся в РПЛ с первого места. Всем привет, здесь играет Ларс, мы продолжаем карьеру вокруг света, сезон 28-29, команда Енисей, ФНЛ, наш любимый, лучшая лига мира. И после 11 туров мы идем на первой строчке, которую могли уступить уже махачкалинскому «Динамо» заочно, поскольку в предыдущем туре мы им проиграли и потерпели первое и единственное поражение в этом сезоне. Собственно, махачкалинцы решили сделать нам подарок и в своем матче 12-го тура умудрились сыграть в ничью. Таким образом, мы все же можем от них оторваться. И делать мы это будем с помощью матча с «Нефтехимиком». Ну, а дальше, как говорится, куда кривая выведет. Там у нас, по-моему, еще и кубковый матч с «Шинником» должен в эту серию влезть. Так что будет весело и интересно, впрочем, как всегда. Не будем сильно затягивать. Заряжаем свои лайкометы. Не забываем оставлять комментарии, подписываться на канал и прожимать колокольчик. Для вас это пара кликов мышкой, а для меня возможность, собственно, расширить охваты канала и пригласить в наше уютное комьюнити как можно больше людей. В общем-то, да, что-то прям мега эпичное говорить, наверное, смысла особого нет, поэтому просто продолжаем нашу борьбу в лучшей лиге мира. Наши лидеры потихонечку начинают восстанавливаться от травм. Конечно, Емельханова это не касается. У него там еще сколько... Ну, кстати, всего полтора месяца осталось человеку. Ну, так плюс-минус 6 недель, это же полтора месяца. Прежде чем он сможет наконец-то выходить на поле. Ну, а мы с вами что? Мы с вами будем... Нам еще остается дождаться возвращения Кудровца, которому через 5 дней только возвращаться к тренировкам. И через неделю вернется Поломино из больнички. Собственно, этих троих товарищей мы сейчас и поменяем. Щербицкий выйдет на поле в ворота. Вместо Емельханова уже стандартно Лукиных. И вместо Поломино мы выпустим... Все же Кисляка, а не Соколова, как нам упорно предлагает ассистент. Мне все-таки Кисляк в этой роли чуть побольше нравится. Он, правда, не успевает пока еще полностью раскрыться. Но я надеюсь, форму наберет и будет прям огнище огненный. Все-таки в первых матчах чемпионата парень зажигал хорошо. При этом травмированные все-таки попадают на лавку, чего я не очень сильно люблю, но это уже вопрос исключительно к ассистенту. Выпускать на поле я их не планирую. Нефтехимик я даже не посмотрел особо, на каком месте они сейчас в турнирной таблице. Да меня это, наверное, и не особо сильно парит. Главное, что мы на первом, можем уходить в отрыв, можем сохранять его за собой, и давайте же это сделаем. У нижнекамской команды, как оказалось, 4 поражения подряд и, собственно, 12 место в турнирной строчке. Так что я надеюсь, что мы все-таки с ними разобраться сможем. Хотя, конечно, наличие тех парней, которые сейчас в реальной жизни являются талантливой молодежью, несколько пугает все-таки. Плюс еще у них этот самый Артем Котик, который... соревнуются с нашим Эздрой Мансилем в звании лучшего бомбардира лиги в этом сезоне. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что мы свои дежурные 3 очка здесь должны забрать. По крайней мере, другого варианта, другого результата я, если честно, тут не особо просматриваю. Да, матч может сложиться довольно нелегко. Но я все-таки прогнозирую, что дома с таким соперником мы должны что-то делать. Деля Круз мяч головой отправляет вперед, но стоило для начала подумать. Чавеса тут вдвоем уже решили запрессинговать.
Не даем нефтехимику выйти с своей половины поля. И Пивоваров какой хороший перехват. Кисляк развернуться, подумать. Второй темп. Ланин превращает совершенно прекрасную передачу во второй темп в удар в штангу. Вот, казалось бы, забивай, не хочу. Оправдывай, так сказать, мою ставку на Кисляка, но решил наш опорный полузащитник чуть-чуть промазать. Так, мяч снова у нас. Лукиных направо на Бардыбахина. Деля Круз. Ой, какой хороший розыгрыш с Чавесом! И вот это сейчас выглядело, знаете, Иланин снова в штангу попадает, причем уже метров с 30. Вот этот вот розыгрыш через Деля Круза от Бардыбахина, чем-то это напоминает, вот знаете, тактические идеи сборной Испании в финале Евро, да и до финала, с более-менее свободной ролью Ямала, на позиции которого плюс-минус у нас Чавес, врываниями широкими по флангу Бардыбахина, ну, точнее Карвахаля у них, а не Бардыбахина, естественно, и игра на третьего для того, чтобы разорвать свободную зону. Все точно так и получилось. А сейчас Кисляк должен был забивать, но это сделал Деля Круз. Голевую Кисляку, я думаю, запишут. Должны бы, по идее, судя по тому, как это отобразилось, хотя в теории футбола такого быть не должно. Кисляк здесь ударил довольно неплохо по задумке, но подставился защитник, от него мяч отскочил, и Деля Круз в касание замкнул в дальнюю девятку. 1-0, вперед выходим. Ну, правда, разбазариваем удары. Так, ой, Кисляк какой хороший штрафной подал на черного, и это уже третья штанга, которую мы только видели. Я боюсь представить, сколько их еще было. Губанов с мячом. Подхватили наши опорники за ним. Вот Бардыбахин включился, прострелил впустую, правда. Но мяч все равно у нас. Чавес на Деля Круза. Ланин. Еще одна попытка удара издалека. Не получилось. Пивоваров. В штрафную вошел. Прострел. И от пенальти на Губанове. Заработал парень своей активностью. Кто будет бить? Не вижу. Черный. Штатный пенальтист, в общем-то. Добрый вечер, 2-0. Четвертый гол в сезоне. И, по-моему, все четыре гола Артур Черный забил с пенальти исключительно. Вроде бы центральный защитник. Хорошо должен угрожать головой со стандартов. Но, по-моему, со стандартов он вроде бы еще в этом сезоне не забивал. Зато пенальти у него стабильно. Правда, в одном из матчей он пенальти не забил. И это нам аукнулось. По-моему, как раз с той же Махачкалой. Или я что-то путаю. Кисляк хорошо забросил вперед, но защитники на месте. Пивоваров. Спокойно раскатываем от своих центральных защитников атаку. Лукиных. Справа никто не открывается. А вот теперь Чавес в свободной роли, как всегда. Бардыбахин подключился по ширине. Пока его не видят. Куча отскоков. Чавес решать. 3-0. И опять голевую передачу на Кисляка записывают. Я что-то как-то даже не понял, в каком моменте Кисляк мяча коснулся. Давайте сейчас на повторе смотреть. Так. Прострел. Да, здесь Кисляк именно Чавесу мяч подсунул, когда увидел, что к нему пытаются нестись футболисты в зеленом. 3-0. И Кисляк, лучшая оценка в матче, судя по всему, у него две голевых. Сейчас увидим. Да, две голевые ему засчитали, шедевр. Ну, парня реально очень не хватало в те моменты, когда он был травмирован. Перерыв, у нас все прекрасно, нефтехимик даже до наших ворот не пытался дойти. И это есть хорошо, похвалим ребят. Что у нас с оценками и с физикой? Вроде бы все нормально. Деля Круз на карточке подвис. Бардыбахин уставать начинает, потому что рывковой работы много делает. Но в целом, в
вполне себе нормально. И я думаю, во втором тайме мы сможем замены проводить без каких-либо там сильных ограничений и всего прочего. Не думая о том, о боже, нам же нужно что-то делать. Кисляк, хороший розыгрыш. Углового и еще одна штанга или перекладина. Ну это что такое-то уже? И по-моему, кстати, головой бил Чавес, который к этому не приучен. Пивоваров с Ланиным и Кисляком разыгрывают на фланге. До Деля Круза мяч не доходит. И это может быть опасная контратака. Безруков по флангу. Тот самый, который прождем денежки на карту. Нефтехимик пытается разыгрываться. Прострел. И бывший спартаковец Даниил Зорин все-таки забивает. 3-1. Окей. Ну ладно. Пропускать, конечно, не хотелось бы, но какая-то безалаберность небольшая в штрафной произошла, и вот такой вот достаточно глупый гол пропустили, потому что и Безруков там в гордом одиночестве мяч от Попова принимал на самом-то деле. То есть тоже серьезная такая недоработочка. И в итоге Зорину никто не помешал пробить. А сейчас будет еще один опасный момент. Лукиных со свободным ударом. Ой, ой-ой-ой, как накосячил Женечка. И черный буквально спасает его задницу. И спасает Эздру Мансили от конкуренции, от возрастающей конкуренции с котиком. Потому что именно тот бежал к нашим воротам. Бардебахин на правом фланге. Губанов, Мансиль. Но одного съели, второй в офсайд залез. Дуэль лучших бомбардиров чемпионата пока заканчивается как-то уж совсем безрадостно обменом, так сказать, любезностями. Деля Круз на Мансиле, в касание Чавеса подключили. Ой, ой, какую красоту сделала, забить! А забить забыл. Или забил на то, чтобы забить. Как бы это ни звучало. Так, ну вот как раз трех человек мы сейчас поменяем. Кто устал больше всех, это фланговые защитники и Лаутаро Чавес. Бардебахина сменит Першин, Пивоварова Рядно. И вместо Чавеса... Так, ну Паламино все еще повреждение, не забываем, поэтому выйдет Соколов сюда. Вот так мы распорядимся заменами. И в спокойном темпе доведем матч до конца. Кисляк, хорошая подача. И самый низкорослый футболист, мне кажется, нашей команды Деля Круз чуть был головой за шиворот голкиперу Нефтехимика не уложил. Но, правда, с другой стороны, он там свечку такую зажег, что Савин мог спокойно чашечку чая выпить, прежде чем мяч поймать. Но это уже мелочи жизни. Лукиных на Соколова, Губанов хорошо из глубины Першина нашел. И Мансиль все-таки одерживает сегодня победу в очном противостоянии со своим главным преследователем, поскольку забивает гол. Ну, это абсолютно логично. И голевую передачу Першина отметим. И отметим опять же тот же самый... Вот этот испанский механизм свободного игрока в свободной зоне, как действовал до этого Чавес и как действовал Соколов. Вот. И, собственно, отметим пользу Губанова на самом деле. Хотя, казалось бы, он играет на позиции такого стационарного плеймейкера, точнее, с таким техническим заданием, но и тактическим. Но справляется с этим. И мы уверенно побеждаем соперника со счетом 4-1. Матвей Кисляк лучший игрок матча с двумя голевыми передачами. В турнирной таблице у нас все прекрасно. Плюс 4 от ближайшего преследователя. И при всем при этом из, скажем так, претендентов на то, чтобы к нам дорваться, остается всего 6 команд.
А скоро, я надеюсь, мы оторвемся настолько, что даже команды зоны плей-офф перестанут претендовать на чемпионство. Но до этого всего еще дожить надо. Перед довольно проходным матчем с Волгарем, хоть и на выезде, но с 15-й строчки, у нас есть поводы как для позитива, так и для негатива. Повод для позитива: Эздра Мансиль в очередной раз был признан лучшим игроком месяца. Теперь у него таких наград две за этот сезон. За сентябрь в 4 играх он сыграл, получается, и 5 плюс 1 насобирал. Шедевр. А отрицательная новость связана с тем, что Матвей Кисляк снова умудрился получить травму. Вывих лодыжки, еще 4 недели парень будет восстанавливаться. Прям какой-то бич у него на самом деле. Я даже посмотрел историю травматизма, отчеты медиков. Ну, как будто бы парень вот вообще не предрасположен к тому, чтобы вылетать буквально после каждого матча на месяц. Но что-то с ним происходит не то. Ладно, разберемся, надеемся вылечиться и во второй половине сезона уже будет гораздо более активен в плане помощи команды. Что у нас с составом на Волгарь? Кудровец восстановился и готов встать в рамку обратно. Емельханов показывает хороший тренд восстановления, ему осталось совсем чуть-чуть. Поламина вернулся в состав, но ну, кстати, состояние у него отличное, так что в целом, я думаю, можно его оставить. Вместо Емельханова, как всегда, у нас выйдет Лукиных, и в целом можно собирать лавку и выходить на поле. Матч дежурный, соперник проходной, нужно брать свои 3 очка и, собственно, да, и ехать дальше. В воротах стоит, кстати, некто Рубен Яньес. И, по-моему, этот товарищ где-то светился в каком-то топовом клубе. Ну, Балтика не топ-клуб, конечно. В текущих реалиях он играет в Хихоне. Ну, по-моему... Да, это воспитанник мадридского Реала. Это воспитанник мадридского Реала. До чего жизнь человека довела. Играет в Астрахани. Так, надо вернуть обратно вместо карьеры отчет скаута и уже выходить на поле, потому что... Лирика, конечно, лирикой, но мы сюда приехали не рассматривать биографию вратаря соперника, а закинуть ему за шиворот пару-тройку мячей и со спокойной душой домой поехать. Чавес, подача в штрафную, черный, снова перекладина. Деля Круз до мяча не добрался. Будет аут в нашу пользу и, судя по всему, не самый опасный. Надо, кстати, проверить реально, как у черного с голами. Вот у него 4 мяча, казалось бы, да? Где-то тут у него должно быть. Ой, какой-то ужас. Я потом посмотрю. Тем более, что угловой теперь у наших ворот. И вот здесь, ну, в принципе, не настолько опасно, на самом деле, потому что у нас хотя бы черный в перекладину попал, а тут выше. Но зато у соперника уже второй угловой, и подбор в опорной зоне, и удар точно в Губанова, и Губанов забрал отскок и потащил мяч самостоятельно. Бардыбахин на фланге уже с желтой карточкой бегает нехорошо. Подача Мансили, еще одна перекладина. У нас сегодня день каркаса какой-то. В прошлом матче штанги перекладины считали, в этом уже две перекладины прилетело. А в створ-то можно уже начать попадать? Нет. Как будто бы Яньес, ну, не выглядит такой уж прям скалой, которую пробить невозможно. Особенно с учетом того, что он выступает на секундочку за 15-ю команду чемпионата из 18 команд. Ну, то есть с защитой там все плохо, с пропущенными мячами, я так подозреваю, тоже.
А у нас сегодня с забитыми не очень. Но, правда, придется нам все равно мотивировать команду, потому что это ничья на выезде, а не домашняя. Но при этом в тактику мы все равно заглянем. Да как будто бы, кстати, никто и не проваливается. Вопрос только в том, что Бардебахена все равно надо менять. Желтая карточка — это не очень хорошо. Першин выйдет. Стандартная замена. Выходим на поле. И во втором тайме надо уже дорешать. Я, конечно, понимаю, что Волгарь поставил такой прям трехэтажный автобус, из которого очень успешно выбегает в контратаке, кстати говоря, судя по количеству ударов по нашим воротам. Но с этим можно и нужно бороться, тем более, что я не зря создал достаточно креативный кулак, который сейчас весь придется поменять, потому что у двоих из него оценки 6,4, а третий просто устал. Так, и что нам с этим делать? Я, если честно, не совсем понимаю, потому что столько атакующих игроков у меня на лавке тупо нет. Типа, у меня есть Морозов, у меня есть Соколов, все. Я, конечно, могу ради прикола поднять наверх этого Деля Круза или Ланина. Ну, скорее даже Ланина, потому что у него хотя бы пас есть. Но выглядеть это будет прям страшно. Так, ладно. Давайте по мере поступления, так сказать. Вместо Паламина Соколов, потому что это больше его позиция. Морозов будет играть где придется, то есть вместо Лутаро Чавеса. А вот Губанова мы сменим как раз-таки на Ланина. Для того, чтобы у нас был разыгрывающий, который еще и в прессинге поработает. И в опорную зону выкатится у нас Жигулин. Вот такие вот. Тройная замена на исходе часа игры. И посмотрим, к чему это приведет. А приводит это к угловому. Соколов на подаче. Всех перелетело. Жигулин подобрал. Ланин, хороший удар. Это было действительно хорошо. Так в дальний угол Олег заворачивал. Пивоваров подаст угловой с этого фланга. Черный какую-то джигу станцевал. Ланин, передача на Жигулина. Умно на Пивоварова переведено. Ну, в итоге раскатываем. Мансиль на левом фланге. Во фланг ушел, во второй темп. И у Пивоварова мяч отняли. Эпизод заигран. Вот сейчас бы на выезде с Волгарем очки терять, конечно. Ну, правда, когда у тебя с 10 ударов только 2 в створ, оно и понятно. Так. Нужно что-то делать. Но что не совсем понятно, потому что резервы все уже вытащены, так сказать. А Волгарь решил перестроиться в схему с двумя форвардами. То есть они еще и попытаются со своими 30% выиграть, хотя для них такая ничья сродни победе. И это, скорее всего, так и будет сейчас, да? Да. Унылая ничья. Ну, по сути, да. На самом деле, если на XG посмотреть, ну, почти, конечно, наработали на гол, что мы, что они. Но при всем при этом, если посмотреть в статистику, прям особо достоин победы не был никто. У нас стерильное владение, у них контратаки, завершающиеся тем, что лишь бы поворотом ударить. Давайте в таблицу глянем. У нас 30 очков, махачкалинцы нас не догонят в целом после этого тура. Ну и слава богу. Больше мне ничего особо-то и не надо. Ну что ж, наши результаты были оценены по достоинству. Правление Енисея предлагает нам новый контракт с зарплатой 675 евро в неделю. Ну, в принципе, для Красноярска это нормальная зарплата. А, фу, в неделю, господи.
Короче, да. С задачами в этом сезоне занять место в верхней половине таблицы у ФНЛ внезапно. И только в следующем сезоне перейти в Премьер-лигу и там уже укреплять свои позиции. Ребята, я сделаю это раньше. Контракт мы, разумеется, подписываем. Да, оформляем сделку и добрый вечер. Тем более, что нам в любом случае этот сезон доигрывать в Енисее, самостоятельно уходить оттуда мы не будем, потому что нам нужно еще доучиться, только если нас кто-нибудь еще дернет. Вот. Да и, возможно, в следующем сезоне континентальную лицензию Pro тоже будем получать в Красноярске. Вот такие дела. После такого разочаровывающего выезда в Астрахань надо, конечно, более внимательно относиться ко всем остальным матчам, потому что, например, Махачкалинская «Динамо» своего шанса не упускает. Они свои очки берут и в параллельном матче уже выиграли, соответственно, временно вскарабкались на первую строчку. Надо их оттуда снимать. Правда, домашняя встреча с московским «Торпедо» легкой прогулкой вряд ли выглядит. Давайте посмотрим, что у нас с составом. Надо мало того, что Емельянова менять, потому что травма, и это, как всегда, Лукиных, и это не обсуждается, да. Бардыбахин дисквалификацию схватил, и там, насколько я помню, Першин, да, тоже с легкой травмой, поэтому нам нужен кто-то правый защитник. Винников не быстрый, да и центральный больше. Ежов молодой. Ну, тоже не сказать, чтобы сильно быстрый, конечно, но при прочих равных условиях он смотрится даже интереснее Никиты Раздорских. Давайте дадим шанс молодому парню. И не важно, что у него средняя оценка 6,56, потому что это как бы вне пределов основной команды. Так, добиваем запасных и можно выходить на поле. Ну, если в прошлом матче мы имели право на ошибку, в этом у нас его уже нет. Надо обратно наверх возвращаться. И московская торпеда выглядит так, как, ну, я даже не знаю. Я мало того, что никого не знаю в составе, так еще и тренер непонятный какой-то. Александр Катай, судя по всему, серп из Цервена звезды. Ну, по крайней мере, форма на это намекает. Ну да ладно. На острие центр-форвард латиноамериканский, бразилец причем, у которого 5 плюс 2 в 12 матчах, и довольно-таки нехило у него все с атрибутами. Ну да ладно. Волков боятся в лес не ходить. Торпеда пока что не претендует даже на зону плей-офф. Они просто, точнее, стыковых матчей. Они просто, скажем так, эту зону поджимают. И надо просто взять и забрать свои 3 очка. Играем дома. В прошлый раз с не особо удобным для нас нефтехимиком тоже было. Тоже в итоге матч сложился достаточно спокойно. Поэтому давайте просто без суеты, без каких-либо там. Без вот этого всего просто выйдем, сыграем в футбол. Так, и первый опасный момент ближе к нашим воротам начинается. Прострел в нашу штрафную. Деля Круз прочитал ситуацию. Непонятно, правда, почему именно он это делал, а не черный, это его позиция. Ежов справа на Чавеса и бежит дальше. Губанов, Чавес. Ну, что-то как-то Ежов не добежал. Все-таки Деля Круз чуть левее. Поламину как хорошо приложился, но мяч мимо девятки просвистел. К сожалению.
Так, начинает у меня потихоньку создаваться впечатление, что Паламину все-таки... А хотя нет, вот. О, ну наконец-то черный с углового забил. Вот как раз только я хотел сказать, что может быть зря мы Паламину вписали на этот сезон, они попытались его продать, как он тут же выдал голевую передачу. Да, а я так и не посмотрел, сколько голов у черного с пенальти, но теперь у него точно есть хотя бы один забитый головой. Это вот прям теперь стопроцентно. И что тут? А Чавеса удалили, а простите, его удалили за то, что он сам упал от подката и об него споткнулся игрок московского торпеда? Простите, что это за админресурс такой забавный? Ну ладно, в таком случае у нас развязываются руки в плане чего? В плане того, чтобы, ну, во-первых, поменяем вот так вот их с Губановым местами, так чтобы инструкция сохранилась по опеке игрока на позиции. Так, ну и получается, сдвигаем игроков чуть-чуть. Губанов и Паламину будут инсайдами в атаке. Так, а опека позиции у них так и все-таки отвалилась, да? Ну ладно. Так, этот у нас правый инсайд слева, значит. А у тебя правый защитник. Ок. Ну и в целом вполне себе нормально все должно получаться. Вот такую вот перестановку мы сделаем прямо в первом тайме и будем продолжать играть. Мы, конечно, освобождаем торпедовцам возможность работать через опорную зону, но с другой стороны, я хотел сказать, с другой стороны, не проигрываем в обороне, но 1-1. Да, ничья нам сейчас, к сожалению, прям совсем не упала. И даже с учетом того, что для нас это будет вполне себе неплохой результат с точки зрения игры в десятером. Но тем не менее. Так, ладно. Может быть, что-нибудь у нас и придумается. Тем более, мяч все равно держится у нас. Правда, опасных моментов так и не последовало. Окей, на перерыв уходим с ничейным результатом и без игрока. Так. Ну да, я все-таки недоволен. Пусть даже нас и меньше. Что нам нужно делать? Что нам нужно делать? Нам нужно менять Эздру Мансиля стопроцентно, потому что он не вывозит этот матч. У него желтая карточка и ноль по опасным действиям. А выйти вместо него могут разве что Соколов и Мельниченко. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы Паламино в центр атаки поставим. А налево выйдет как раз Соколов. Вот так это должно быть получше. И, наверное, что? Что нам нужно сделать? Да, в принципе, максимум того, что мы можем сделать, это попробовать. Мы ничего не теряем. Пойдемте в суператаку. Вообще ничего не теряем. Вряд ли соперник от нас ожидает того, что
мы прям сразу пойдем и будем пытаться вдавливать их в поле даже в десятером. Да, но пока что никто никого в поле не вдавливает. Торпеда не может у нас мяч отнять, а мы не можем по торпедовским воротам пробить. Губанов тоже должен уходить с поля. И вот здесь у нас будет сейчас проблема с отсутствием левши. Как ее решать, не совсем понятно. Так. Першин с травмой, Раздорских более оборонительный вариант. Задачка со звездочкой. Да. Так. Но больше ничего интересного мы вряд ли придумаем. Поэтому вместо Губанова я все-таки выпущу Раздорских, да. Но при всем при этом да нет, пусть Раздорских останется, потому что ну как будто бы на совсем далекие эксперименты идти, это уже будет прям совсем чересчур. Так, а почему игра-то не запускается? Все, запустилось, по идее, да? Что-то какие-то прям пролагало. Как будто у меня ноут понял, что скоро ему грядет замена. Я ж уже заказал себе новый кудахтер. И на следующей неделе серии будут записываться, я надеюсь, уже на нем. Ну, что-то прям как-то совсем подвисания какие-то адские. Надо будет сейчас между сериями разобраться, не запустился ли у меня там на фоне антивирус со своими постоянными проверками, потому что это вполне вероятно, а притормозить он, конечно, систему может очень сильно. Так, ну пока что ничего интересного не происходит. Все равно. Но лагает по-страшному, это я вижу по очень медленному проворачиванию времени. Прям дико медленно. Так. Значит, еще одни замены. С Соколовым на выход я не угадал. Оценка 6,4. Ежова надо менять с Пивоваровым, потому что они желтые карточки прихватили. Ежова сменит Першин. Все-таки придется его выпустить. А вместо Пивоварова выйдет Рядну. Вот такие вот две замены мы сделаем. И в перерыве я сейчас реально посмотрю, ну, между матчами, не активировался ли у меня антивирь, потому что ну, выглядит это так, как будто я не знаю, что происходит. Хотя как будто бы ресурсоемкость есть. То есть ни ЦП не загружен, ни память, ни скорость работы диска. Я буквально сейчас посмотрел этот диспетчер задач и не обнаружил там ничего, что могло бы так сильно влиять на производительность игры. Это прям ужас какой-то. При том, что еще комментировать нечего, это вообще шедевр. Так что да.
Ждем-с. Когда наконец-то этот матч закончится или когда в нем что-то произойдет. Вот угловую торпеда. Ой, как лагает адски. Ой, как лагает. Я соболезную тем, кто это будет смотреть. Потому что, ну, лаги действительно жуткие. Я не понимаю, из-за чего они происходят. Потому что все вроде бы в порядке. А вот нет же, не в порядке. Ладно, ждем, ждем, ждем. И куда деваться? Больше нам ничего не остается. Ну, по крайней мере, не допрофакапили матчи, то хорошо. Так. Шесть минут добавил судья. Я думаю, что они закончатся без опасных моментов. И да, они именно так и закончились. Поздравляем, мы смогли отстоять ничью в меньшинстве. При том, что матч был, ну, плюс-минус равный, но с владением в нашу пользу. И таким образом мы уступаем первую строчку махачкалинскому «Динамо», чему я очень рад. Потому что, ну уж кто-кто, они тут точно не заслуживают выхода в РПЛ. Никоим образом вообще. Точнее как, в РПЛ-то они, может быть, и могут выйти, но поскольку пока это единственная команда, которую мы проиграли, вот чего они точно не заслуживают, это быть выше нас и быть чемпионами. Поэтому я надеюсь, что наша команда соберется и всем все докажет. Перед матчем с Ротором у нас куча проблем не в плане травм, а в плане дисквалификации. Аж три человека из стартового состава эту игру пропустят, потому что Пивоваров и Ланин перебрали желтых карточек, а Лаутаро Чавес, ну вы все сами видели. Так, господин Емлиханов у нас опять отправляется на лавочку, но не заради Евгения Лукиных, который тоже слегка травмирован, а в центре у нас выйдет, так, есть Винников 12-10, есть Гиреев, есть Джабраилов, ну, пожалуй, это будет Джамал Гиреев. Вот так. Слева выйдет Михаил Ядно, как всегда. В опорную зону вместо Ланина к Деля Крузу я выпущу вот как раз, я думаю, Джабраилова можно выпустить. И вместо Лаутаро Чавеса у нас выйдет Артем Соколов. Да. Ближе к правому краю. Ну вот, в таком составе мы начнем. Добираем скамейку запасных. И выходим на поле. Махачкалинская «Динамо» в параллельном матче вдоволь покуражилась над Уфой, поэтому команду Александра Точилина нам нужно обыгрывать 100%, без вариантов. А дальше уже как кривая вывезет. В целом, пока что у нас, ну, если мы сейчас этот матч выигрываем, то у нас с махачкалинцами остается равное количество очков, и, судя по всему, главным критерием все-таки являются личные встречи, по которым
Динамовцы, естественно, будут выше, потому что нас они обыграли. И это единственное наше поражение в сезоне. Будет очень обидно именно из-за этого просрать, в принципе, титул. Потому что, ну, с той игрой, которую мы показываем, по крайней мере, показывали, потому что сейчас у нас две ничьих довольно невыразительные. С той игрой, которую мы показывали, в принципе, решить вопрос так, Паламина сломали. Спасибо. Так вот, решить вопрос выхода в РПЛ особого труда не составит. А вот дальше уже интересно. Так, с Паламина поменяли мы местами с Соколовым, чтобы под удобную ногу у всех все было. И да, все правильно. По инструкциям, да, вместо Паламина у нас выйдет кто? О, Кисляк готов выйти на поле. Так, отмена поворота Соколова. Кисляк выйдет. Пусть даже и уставший, но мне кажется, он способен делать разницу даже в таком состоянии. Я очень на это, по крайней мере, надеюсь. Так, ну вот, пожалуйста, сразу опасный момент. Деля Круз направо, Соколов принял, наброс на Кисляка, тот не стал бороться за верхний мяч. И у нас проблема. Убегают волгоградцы в атаку и какой-то совершенно дурацкий гол нам забивают. Ну, Кудрявца как будто в воротах не было, вот серьезно. И где находился Бардыбахин, почему не со своим игроком, который принял спокойно на углу штрафной, постоял, посмотрел, подумал и забил. Зашибись. Где? Так, Хрядно на левом фланге закопался, черный. Деля Круз чуть правее, но Мансиль уже успел за спину убежать. И Ротор в очередную атаку идет. И Бардыбахина как будто нет вообще. И этот... Я не знаю, как это назвать, но мы 0-2 проигрываем. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Вы в РПЛ не хотите, да? Или когда увидели, что в контракте от руководства в этом сезоне середина таблицы, такие, о, можно всем проигрывать и ничего на поле не делать, да? процент владения мячом. Где? Где? Хоть одна опасная атака. Так, Мансиль проваливает матч. Соколова вперед отправим. И вместо Мансиля выйдет. А нет, оставим Мансиля в центре. В центре атаки, назовем это так. Рядно, в игру не вошел. У нас есть только разве что Роман Зиновьев некий. Это Реген без скорости, и это центральный защитник. Будем затыкать дырку Раздорских, потому что, ну, а что поделаешь? Точнее, поменяем их местами с Бардыбахиным, вот так. Чтобы у Бардыбахина хотя бы левая нога присутствует. Так. Что еще? Пока больше ничего менять я не буду. Но это пока. Я даже не знаю, как это комментировать, честно, потому что...
Так, ну здесь Бардебахин смог обогнать своего соперника по флангу. Замечательно. Только нам теперь три гола надо забивать. Кисляк, передача на Мансиля не удалось. В прием не отатаковали. Черный хорошо в подкате сработал, но этого недостаточно. И нас прощают с линии штрафной. Кисляк в игру тоже не вошел, но ему, походу, сейчас снизили оценку исключительно за этот пас, хотя там не добежал вот как раз Мансиль. Так, здесь Кисляк в обороне хорошо отра... 0-3. Я даже до конца матча комментировать уже не буду, потому что, ну... Ротору на выезде 0-3, без шансов, с владением 70%. Ну как это так? Сделаю две замены, которые ничего значить не будут. Так. Черный зачем-то решил поворотом ударить. Не пенальти же. Не попадешь. В принципе, в этом матче мне все понятно. Типа, ну, за 15 минут с такой игрой нам бы хотя бы один гол забить. Я молчу про 3 или даже 4, которые нам нужны для победы. Тут вот скорее ротор нам сейчас четвертый забьет. Нет, это угловой. Ничего себе. Нас вспомнили, как обороняться можно или нужно, или что? Это фиаско. Других слов не подобрать. Паламино умудрился вылететь на 4 недели с вывихом лодыжки. Большое спасибо. Ну а Ротор поднялся благодаря победе 3-0 на четвертое место, а нас уже даже мы отстаем от махачкалинского Динамо теперь на 3 очка и позволили приблизиться к себе Балтике на расстоянии 2 очков. Ну это бардак. Вот такое вот невзрачное выступление, как я уже сказал, опускает нас на вторую строчку и втягивает в борьбу с командами, которые собирались в стыке. Теперь всякие Балтики, Роторы, Московские Торпедо, а может быть даже еще кто поинтересней, могут помечтать о том, чтобы напрямую подняться в РПЛ, разумеется, за наш счет. Постараемся им этого не дать, но, во-первых, я уже далеко не в настроении.
А во-вторых, в принципе, по таймингу серия завершается, поэтому на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю о том, что лайки, комментарии, подписки всячески приветствуются, а прожатый колокольчик не даст вам забыть о выходе следующего видео. С вами был Ларс. До новых встреч в эфире. Всем пока.